Правоохранительные органы заинтересовались сельскохозяйственными предприятиями Мозырского района. Ничего криминального в этом нет, рейды плановые. Их задача, чтобы посевная прошла без нарушений. А если конкретизировать, то цель – это выявить факты нарушения сохранности имущества и организации работы сторожевой охраны, нахождение работников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а также совершение хищений и предупреждение о дорожно-транспортных происшествий во время проведения весенних полевых работ. В период весенних полевых работ сотрудниками органов внутренних дел осуществляются рейды на объекты агропромышленного комплекса. Проверяется обеспечение защиты государственного имущества, сохранность горюче-смазочных материалов, материально-технических ценностей, целостность ограждений. Сотрудниками госавтоинспекции проверяется техническое состояние транспорта, а также физическое состояние водителей. Рейды продлятся до конца апреля, но уже можно говорить, что на некоторых объектах АПК имеются факты затягивания ремонтов сельскохозяйственной техники, а также эксплуатации техники, не состоящей на балансовом учете. Информация обо всех нарушениях передается в органы местного самоуправления. В хозяйства, где есть проблемы, будут проведены повторные проверки, пока правоохранители подводят промежуточные итоги. В Мозырском районе топ образцово-показательных предприятий возглавляет совхозкомбинат «Заря». Далее идет экспериментальная база «Криничная», тройку лидеров замыкает Слободское имени Ленина. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».